Вас приветствует Алена Арес. Узнайте, что реально ожидать. А реально, девочки, за чего-то вы добиваетесь или ну, что-то хотите, хотите получить. Именно стремитесь вы к тому, чтобы к какому-то веселью, к какому-то празднику, хотите там участвовать или, может быть, сами организовать. Ну, почему-то этот праздник принесет вам разочарование. Может быть, не знаю, хотите встретиться с подругами. Вот, или, я не знаю, какой-то организовать праздник. Или поучаствовать в каком-то празднике вы хотите. А вот, и это принесет вам полное разочарование. То есть вы добиваетесь этого, стремитесь к этому. Но подумайте, может быть, как-то по-другому, какой-то другой формат может быть выбрать. И так, поездка зато какая-то принесет вам радость. Поездка, да, и там тоже будет веселье, но веселье будет совсем другое, будет веселье в удовольствии. Еще важный момент. Если вы хотите, но здесь не поменять работу, вот поменять работу как раз-таки не очень хорошо. А наоборот, на вашем рабочем месте или в вашем бизнесе сейчас именно продвинуться, вот это хорошая идея. Но не сломя голову в это бросаться, а может быть какие-то дополнительные обязанности, какое-то новое направление, то, что принесет вам улучшение материального положения. Вот. И еще я вижу возвращение, знакомство или встречу с каким-то мужчиной. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами появится в вашей жизни. Для детального рассмотрения конкретно вашей ситуации пишите на Viber, WhatsApp, Telegram и регистрируйтесь на супермастер-класс шоу Таро. Ссылочка внизу.